Друзья, всем привет! Хотел сказать спасибо Юрию и Моше за предоставленный опыт, за навыки, которые я приобрел. Юра создал мне действительно условия, в которых мы начали думать по-другому. По-другому мы сейчас относимся к развитию компании. И даже этот момент я включил в специальный курс в одном из пакетов по организации визовых центров в вашем городе. Все это можно будет увидеть в готовом виде. Читать этот курс буду лично я, потому что у меня этот опыт собрался в максимальной степени возможности. Мы научим вас, как сохранить свою товарную марку, свой бренд, свой логотип, название своей компании, как не потерять своих подписчиков, своих клиентов, каким образом обезопасить себя, зарегистрироваться официально в инстанциях, которые регистрируют интеллектуальную собственность в США, в России, в странах СНГ, чтобы не получилось так, как получилось у нас. Мы раскручивали бренды Атлант, Мигрант Медиа, мы их потеряли благополучно. Сегодня люди, которые были нашими клиентами, перешли на сторону наших конкурентов. Нас уже нет в этих компаниях. Мы поменяли название, но люди продолжают хайпить подписчиков на этом названии. Некоторые выезжают, нарабатывают свой рейтинг, открывают свои компании. Мне уже много Атлантов попадалось в странах СНГ. Итак, спасибо еще раз Юрию. Я обещаю, что все, что я против него открыл на нашем YouTube-канале, то, что ему не нравится, я это уберу. Что касается его помощников, которые продолжают дальше хайпить, хайпить, хайпить. Ребят, к вам обращаюсь. Доказательства предоставляете, и тогда я увижу, что это не так. В настоящий момент нет ни одного доказательства, ни по одному эпизоду, доказывающего, что мы не исполняем условия нашего договора, что мы действуем незаконно, что мы кого-то там обманываем и так далее. В настоящий момент я вижу только то, что есть отработанный механизм перехвата управления в компании, захвата товарной марки, названия компании, бренда и так далее. Эти обращения людям. Кстати, я не ожидал, что многие так отреагируют на нашем YouTube-канале в комментариях. Написали, что Илья, действительно, ты мужик, а вот эти люди, они там, ну, они нечестные, потому что ты к ним обращаешься, ты показываешь все официально, через почту, что ты отправлял там и так далее, уличаешь их во лжи, и они ничего не могут ответить, потому что это и есть. Это просто, это совсем другие игры, мы не в те игры играем. Итак, ребят, подписывайтесь на наш канал, больше ничего не будет связанного с этими людьми на нашем канале, только клиенты, только истории побед наших клиентов из США, по пути в Мексику, из Мексики, с полученными визами и так далее. Удачи вам всем, пока!